Московский государственный университет. Сегодня вечером, 22 августа 2015 года. Замечательный теплый вечер августовский. Фестиваль фейерверков. Сейчас здесь начнется международный фестиваль фейерверков. Очень красивое зрелище. Хочется посмотреть. Вот там все это будет. Буду смотреть и снимать. МГУ. Воробьевы горы. Город Москва. Воробьевы горы. Раньше они назывались Ленинские горы. Сейчас переименовали, называются Воробьевы горы. Здание Московского университета. Очень красивое. Обязательно поснимаю объем. Покажу. МГУ. Московский государственный университет в Воробьевых горах. Московский государственный университет. Потрясающе красивое здание. Нет, у меня по корпусу. Это основное здание. Построено в 1953 году. Нашими политическими заключенными. Это я читала. Очень красивое здание Московского университета. Вот так оно выглядит в августе 2015 года. Идем с фестиваля. Вот так много людей. Идем к метро университет. Да, очень красивое здание Московского университета. Основное здание, центральное здание Московского государственного университета. Красивое здание.
Сегодня вечер, уже 12 час ночи. Такой хороший вечер, тихий. Хороший вечер. Погода замечательная. Вот как много людей. Мы все идем с международный фестиваль фейерверков. Идем. Хорошо, что день сейчас такой сухой, не дождливый. Идем, гуляем, любуемся природой, красивым зданием Московского государственного университета. Очень красивое здание. На мой взгляд, самое красивое здание в Москве столицы. После Московского Кремля. Здание МГУ самое красивое. Мне очень нравится. Надпись не определённая. Московский университет. С детками, с малыми. Люди гуляют еще. Хорошо, что погода позволяет. Замечательная погода, сухая. И очень тёплая. И с этой стороны находится университетское общежитие для студентов и аспирантов. В этом крыле. Я, кстати, была. Я была в гостях в начале 70-х годов у одной девочки. Вот в этом здании. Очень маленькие комнатки там. Там было две маленькие комнаты на две семьи. А
Она была замужем за аспирантом. Вот у них на двоих была маленькая комната. Рядом еще одна и общие удобства. Тоже очень крохотная. Маленькая кухня. Очень крохотная. Вот, но все-таки отдельная. Как бы. В этом плане хорошо. Пусть очень маленькое, тесное помещение, но отдельно и на двоих, на молодую семью. И в том основном здании тоже было со стороны главного входа. На одни открытых дверей мы были с ребенком, с моим сыном, мы приходили на день открытых дверей. Мне очень понравился актовый зал. Хороший актовый зал. И ректор понравился. Садовничий. Виктор. Забыла отчество. Садовничий. Виктор Садовничий. Приятный такой человек. Мне очень понравился. А когда-то, в 72-м году, я поступала на подготовительное отделение Московского государственного университета. Да. Научиться мне пришлось. Всегда сложно поступить, еще сложнее учиться. Да. Хороший вуз. Самый лучший у нас в стране. И хорошее место. Сам когда идешь, мне нет, вот, здесь не все нравится. Место и здание красивейшее. Хорошо. Хорошо. Вот народ уже меньше идет. Еще раз приснимаю здание Московского государственного университета. Какое красивое здание. Умели же строить раньше. Строили красивые здания. И мы любуемся ими, и будем еще долго любоваться. Да, есть на что. Очень красивое здание Московского государственного университета. С этой стороны общежитие для студентов и аспирантов. Вот такая красота.